смерть на аэропорте. И были, и будут. Не спорьте, не спорьте, а вы не знали. Там люди живут, те, что не отложь к себе, не зовут. Зовут, но в последнюю вообще минуту, когда и не клиники, и не институту, не в мочь удержать пациента уже, а под языком рассосалась дрожжи. И за руки держатся жены и дети, и поздно на всем человеческом свете. И поздно, и поздно, все, доктор, пора. Зачем нам медбрат? Для чего медсестра? Когда на последнем уже аппарате плывет человек при последнем параде, седой, обнаженный, так плыл и дыма, как конь отправился в звездный туман. А в общем, была поликлиника рядом, и был там главврач с гипнотическим взглядом. Но вот не отложь, и едет уже к несчастному телу, к устам души. И не успевает твоя неотложка и книжка закрыть, летает обложка того, кто последними крыльями в город. Несчастные писательские аэропорты.